Привет, как настроение? Переходим в дерево сюжета. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Найти Девианта было очень непросто. Ты проявил в этом большое мастерство. Но ты же знал, Девианты непредсказуемы. Тебе следовало быть осторожнее. Я надеялся, что он что-то скажет. Это была моя ошибка. Ничего. Надеюсь, ты учтешь это в будущем. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? Машина убедительно симулировала человеческие эмоции, в частности страх. Как будто поддалась им и действовала иррационально. Лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да.
Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Я ищу лейтенанта Андерсона. Ответа не последовало. Его стол вон там. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Андроид из компании Киберлайт. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Thank you.
Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Они уничтожат меня. Моя цель была взять тебя живым. Что будет дальше, меня не касается. Меня ждет смерть. Открывайте камеру! Скорей! Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Thank you.
Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Да. Есть одна. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей за трехочковой линией. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся.
243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера вечером модель АХ-400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Если вас эта ситуация не устраивает, оповестите об этом руководство и пусть мне дадут другого напарника. Я сам разберусь, что мне делать. Держи свое ценное мнение при себе и отвянь от меня! Ишь ты. Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера убившей человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо.
Ладно, пока это все. Вы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найду, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Что у нас тут? Водитель видел ее в 2:30. Из прачечной ее видели в мини-маркете. Она стащила кусачки. Зачем они ей? Кусачки? Ты чего несешь-то? Я успел посмотреть запись с камеры наблюдения. Там отчетливо видно, как она их берет. Значит, у нее кусачки, и она ищет, где спрятаться. Ну и каков твой вывод, Шерлок? Она должна быть рядом. Ральф нашел, чем покормить маленькую. Вот, гляди. Подарок. Ральф сейчас все приготовит. Ральф, друг. Ральф знает, что люди едят. Жжёное мясо. Садись. Не стесняйся. Большое спасибо тебе, Ральф. Но нам пора. Пора? Нет, вы пойдете, когда ребенок будет накормлен. Мы сядем за стол вместе, как семья. Я буду папа, ты мама, а она дочка. Нет, Ральф. Нам пора. Идем, Алиса. Она никуда не пойдет. Люди такое не едят. Врёшь! Люди едят мертвых зверей! Ральф видел! Ты ведь ее не тронешь. Мы друзья. Не забыл? Нет, Ральф не обидит маленькую. Он хочет ее накормить. И все. Ладно. Мы сядем вместе. По-семейному. Так-то лучше. Ральф очень старался найти хорошую еду для маленькой. И отказаться было бы невежливо. Правда? Сейчас будет вкусно. Это сочное мясо. Сочное. Сочное. Папа, мама и дочка. Что делать? Я не хочу это есть. Что говоришь? Что она очень хочет поесть. С большим удовольствием. Да, маленькой обязательно понравится. Ральф выбрал ей самого большого, самого лучшего. Мясо будет сочное. Сочное. Давай. Ешь. Там наверху труп. Ты ведь убил человека? Нет. Нет, Ральф его уже таким нашел. Ты ведь
хочешь, чтобы мы были как семья, Ральф. Папа, мама и дочка, так ведь? Папа никогда не станет заставлять дочку есть, угрожая ножом. Ральф очень старался. Он хотел, чтобы маленькая поела. Но Ральф не злой. Нет, не злой. Так отпусти нас. Есть кто-нибудь? Не бойся. Я тебя не трону. На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Это Ральф поцарапался. Это кровь Ральфа. В доме есть другие андроиды? А другие? Нет. Только Ральф. Я ищу модель AX-400. Видел такую? Ральф не видел.
ты чего там застрял, а? Иду, лейтенант. А кто наверху? Никто. Никого нет. Что происходит? Она здесь! Сообщите! Куда она делась? Туда. Они побежали к станции. Живой! Расслабься. Их сейчас в лепешку раздавят. Я не могу рисковать. Эй, ты что, охренел? Погибнешь? Не смей за ними гнаться, это приказ. Коннор, мать твою! Thank you.
все нормально?